я позвонил человеку, представился с брокерской компанией, предложил заработать быстрые деньги. Я согласился и инвестировал 70 тысяч рублей. И на следующий день еще раз позвонил. Сказал, еще надо 70 тысяч. В общем, того у нас в течение недели названивал, вышло выше 500 тысяч рублей. Я взял потребительские кредиты, кредитные карты. Сейчас вот придется вот эти кредиты выплачивать. В общем, я понял, что это были мошенники, это уже потом понял. До этого я, честно говоря, не понимал.